Вылезай из машины! Что, черт возьми, ты с ней сделал? Я ничего не делал. В нее стреляли. Что ты с ней сделал? Она слишком много крови потеряла. Рэй, мы должны избавиться от трупа. Твою мать, я ненавижу этих сраных людей. Садись в машину. У нас в машине труп. Нужно от него избавиться. Тебя никто не спрашивает. Садись в эту гребаную машину. Вернись на землю, успокойся, приятель. Ты должен успокоиться, принять решение. Хорошо, отвези труп на пляж. Прощай, крошка. Позаботься о нем. Нет, не здесь. Я сделал все возможное. Да, опусти ты пушку, залезай в машину. Обожаю эту песню. Куда мы едем? На пляж. Там тебе понравится. Это пляж Реймонда? Я не знаю, чей он. Сколько мы там пробудем? Недолго. Что значит недолго? Несколько дней, неделю? Это называется меняющаяся ситуация. Я понимаю, нужно разобраться с телом. Думаю, долго ждать не нужно. Прими вещи такими, как они есть. Thank you. Спасибо. Где Реймонд? Он думает, что ты мертва.